девочки, сходила на педикюр. Иду и просто обожаю вот такие вот ворота. Здесь прямо культ вот таких ворот. И они с каждым разом у каждого все красивее и красивее. Вот такие улочки. Вот такие домики. Между этими домиками построены. Смотрите, орхидеи досвечиваются. Заглянем. Орхидейки досвечиваются. Орхидейки. И между вот такими домами какие-нибудь магазинчики и отели. Вот здание заброшено. Аренда. Уже двери выбили. Двери уже выбили. Куда я пошла? Я пошла искать Пятерочку, магазин Пятерочка, ну или какой-нибудь магазин, еще какой-нибудь проезды. В общем, девочки, мы пошли с Таричкой гулять. Здесь федеральная налоговая служба, и мы пошли вон туда, вот в проселок, вон туда, вот в улицу. И я думала, что там есть проход к морю, и вышли на кладбище, пошли между домами, попали на заброшенный объект, это вообще жуть такая. И уже смеркается. И уже обратно все обошла. И уже тут рабочие идут. Я говорю, слушайте, а проход к морю есть? Такая погода сегодня хорошая. Прямо, ну, смеркается быстро. Время 4 было. Пока вышли, пока я блудила по этим заброшкам. Жутко прямо. Жутко. Это вообще. Там брошенные, знаете, всякие эти домики маленькие. Большое здание построили. И бросили его. И вот эти все подсобки, где, видимо, жили рабочие. Все это в таком состоянии, в ужасном. И он мне сказал, вот сюда идите, и за дома, и направо. И направо, и на море попадете. Охота прямо на море сегодня сходить. Потому что дождей нету. Очень хорошо. Очень хорошо на улице. А этот все нюхается. Все собаки ищет. Айда, пойдем. Ох, Таечка. Унюхал. Вышли мы на набережную. О, как хорошо. Сегодня море спокойное. Боже мой, какой простор. Какая красота. Кисонька, кусонька, вот, надо хоть корма принести. Кисонька, хоть пока покормить тут маленькие. Маленькие кисоньки ждут. Ой, ой. Тебе лишь бы поиграть, тебе лишь бы повеситься. Тебе лишь бы подуралить. Девочка, специально показываю, в каком темпе мы ходим. Очень быстро. Очень быстро мальчик бегает. Бегом бежит. 10 тысяч шагов в действии, да, Тедя? Ой, молодец какой. Ой, какой молодец, Тедик. Боже мой, гоняет он меня. Иногда задерживается где-нибудь. Ой, как красиво. Боже ты мой. Морюшка шикарная. О, красота. Красота. Кошек сколько здесь. Вообще, надо корма взять, прийти. Они голодные, потому что отдыхающих еще нет. Как летом. О, смотрите. Волна пошла.
такой шелестящий звук. Откуда берется такая сила? Откуда она берется? Вообще непонятно. Слышите звук? Шикарный. Девочки, а это маяк. Мы дошли до маяка и уже обратно пойдем с Танечкой по улице. Все, уже все я здесь знаю. Где что находится, где как, где куда, как пройти. Все, не хватило недели. Ну, мне кажется, все так, кто приезжает, первый день отсиживаются, второй день уже начинают выползать из своих коморочек. А ты танцуешь, как дым, то дым, все дым, и в глазах твоих светится этим. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на.